Из-за повышения темпов строительства жилья, притока населения и увеличения рождаемости с каждым годом растет потребность в обеспечении населения образовательными учреждениями. Жители новых микрорайонов вынуждены водить своих детей в детские сады и школы в других районах города, добираясь туда на личных автомобилях и общественном транспорте. Ситуация начала меняться в лучшую сторону в прошлом году, когда область стала участницей сразу нескольких федеральных программ. Так, в этом году будет продолжено строительство школы в микрорайоне Искра на 1100 мест. На объект предусмотрено 239 миллионов рублей из регионального бюджета с муниципальным софинансированием. В этом же районе в следующем году начнется строительство детского сада. Первый камень будущей школы на 1000 мест будет заложен в районе Юго-Западный в рамках программы стимулирования развития жилищного строительства. По этой же программе в этом году начнут строить детский сад в микрорайоне Центральный на 280 мест. По ряду муниципальных образований готовится проектно-сметная документация, готовятся участки под строительство. Это город Димитровград, это Ульяновский район, Терентьевский район, Умлыклинский район, Меликесский район. То есть вот эта системная работа ведется. И до 2025 года мы планируем, что порядка 20 новых образовательных организаций появится на территории Ульяновской области путем строительства и реконструкции. Строительство новых школ, а также капремонт старых позволит создать более 12 тысяч мест. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.